Миллиардные нарушения при использовании средств республиканского бюджета зафиксированы в Алматинской области. Сегодня в счетном комитете по этому поводу провели специальное заседание. По словам председателя ведомства Козы Корпеш Джанбурчина, изъяны зафиксированы практически во всех сферах деятельности. В общей сложности чиновники региона потратили порядка 23 миллиардов тенге с несоблюдением правил использования средств республиканского бюджета. Допущено нарушение правил ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления финансовой отчетности на общую сумму 1 145 000 000 тенге. Вообще, я смотрю, в Алматинской области только миллиардами оперируют. Основная часть всех нарушений была отмечена в строительстве. При этом в счетном комитете заявляют, что в регионе неэффективно потрачено порядка 3 миллиардов тенге. Однако руководство области считает, что масштаб упущений незначителен. Ну, это мелкие вопросы. Во время строительства любого объекта бывают такие замечания. Вот, не вовремя получили разрешение ГАСКО, не вовремя получили какие-то разрешительные документы. Но в целом грубых таких нецелевых нарушений нету.